4 ноября в приемное отделение городской больницы были доставлены 13 человек с различными травмами. В основном это переломы верхних конечностей. Один человек госпитализирован. При этом среди пострадавших преобладают граждане пенсионного возраста и дети, то есть категории населения так называемой группы риска. Всего за минувшие выходные отделение скорой помощи приняло 208 вызовов. В приемный покой обратились 120 человек, более половины из них за хирургической помощью. Чтобы избежать травм в столь непредсказуемых погодных условиях, горожанам следует внимательно подходить к выбору обуви, стараться избегать скользких тротуаров и быть предельно осторожным.